В Люберцах по горячим следам задержали автоугонщика. Им оказался ранее судимый 29-летний уроженец одной из стран СНГ. Установлено, что в одном из дворов поселка Октябрьский злоумышленник напал на местную жительницу, которая находилась в своей иномарке. Правонарушитель силой вытащил женщину из машины и уехал. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого на Новорязанском шоссе. Угнанный автомобиль мужчина оставил возле одного из торговых центров. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сумма материального ущерба составила 500 тысяч рублей. Автоугонщику грозит до 12 лет лишения свободы. Украденный автомобиль уже вернули женщине. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.